Вячеслав Киреев оказался победителем в номинации «На равных». Целью его проекта стала поддержка людей с ограниченными возможностями здоровья. Среди задач автор выделил оказанием адресной помощи, благотворительность и проведение праздничных акций. Победителем в номинации «Комфортное Подмосковье» стал Сергей Спивак. Цель его проекта – обеспечение общественной безопасности. Задачи – помочь сотрудникам полиции, пропаганда здорового образа жизни среди населения и проведение субботников, а также других мероприятий по уборке территории.